Hey, всем привет, друзья! Меня зовут Роман, это канал Real Grizzly, и мы сегодня без камеры стримим, потому что моя новая вебка еще не приехала. Я ее заказал уже, но она где-то на днях только приедет. Вот, зато сегодня великий день, потому что сегодня мы записываем эту игру на новую, сука, свежую видеокарту. Муа, просто муа. 4060 Ti RTX. Просто охуенная, пиздатая, мощная видеокарта, на которой любая игра просто пойдет, ну, как минимум, на средних при записи, как максимум, на ультрах. Ну, пока что все игры, которые я видел, шли на ультрах. Первым делом, как я и обещал вам всем, я начал тестировать Ведьмака. Я в него зашел, начал там ходить, смотреть. Ну, вообще охуенно там, со всякими трассировками лучей, там вот это вот всякое, ну, вы знаете. Короче, все работает пиздато. Стрим я уже назначил на субботу. Суббота — это у нас какое число? Это у нас 22 число, получается. Вот, сделан стрим по Ведьмаку. Я его не проходил еще ни разу в жизни. Специально не смотрел никаких обзоров, никаких, блядь, ничего, короче, не смотрел. Вот, а что по музыке? Все, музыка погибла. Что по музыке, пацаны? Сейчас надо перезайти в игру, походу. А что по музыке? А, вот, здравствуйте. Опа. А где музыка? Музычка, музычка. Надо перезайти в нее, реально. Короче, вот. Сегодня мы играем новую игру. Называется Gridland. Gridland, типа, переводится как жадность. Вот, игра называется жадность. Так, ну-ка, старт гейм. Старт гамми, во. Пошла старт гамми. Короче, вот, смотри. Захватилось вообще, нет? Да, захватилось, отлично. Рассказываю, эту игру мне прислал разработчик на почту. То есть, прям конкретно разраб данной игры мне написал. Отправил ключ для нее, и это типа тестовая версия игры. Вот. Также мы будем разыгрывать ключи на эту игру. Посмотрим, ну, насколько она будет интересная. У меня есть возможность разыграть несколько ключей. Когда она выйдет в полный доступ, она, как я понимаю, будет платная. Но у меня будет несколько ключей для розыгрыша. Вот, мы их обязательно разыграем. Вот, а сегодня будем эту игру тестировать, смотреть. Эта игра, как я понял, похожа на то, что она меня перебивает, похоже. Так, смотрим, во-первых, раз. Музыкеу делаем раз. И эту, в принципе, делаем два. Вот так, думаю, будет заебись. Так. Apply нажали, правильно? Music, все, Apply жмем. Хуяндук. Хуяндук. Вот, о чем я. Я говорю, что охуенная видеокарта. FPS просто улетают в космос. Здесь 75 я специально тебе поставил, чтобы ты видел, что он даже не проседает особо. Типа, здесь даже когда орды монстров, я уже запустил ее, посмотрел там немножечко. Даже если много монстров, она вообще не зависает. Языка, кстати, лангуаги здесь только English и всякие иностранные лангвичезы. Японский, корейский, там, китайский, португальский и так далее. Russian language, конечно же, естественно, нету, понятно. Max FPS ставим 75, ну, у меня монитор 75 Гц, пусть будет 75. Графика, естественно, теперь мы можем себе позволить ультра. Самая, сука, ультра, которая возможна. Иллюминация, он и не знает, что это за лупа. Вертикальную синхронизацию не знаю, сколько она нужна будет, потому что у меня монитор типа не 2К, она при 2К нужна синхронизация. При моем 1К, полка, она не особо нужна, поэтому оставим так. Аплу, так, поехали. Музыка опять что-то умерла, непонятно. Но это демо-версия, так что это дозволительно для данной игры. В общем, она похожа на Vampire Survival. Ну, короче, типа орды монстров на тебя нападают. Ты от них отбиваешься, при этом прокачиваешь своего персонажа. Аккуратно нажимать. Модов у меня, я не знаю, какие-то моды стоят. Вообще в них не разбираюсь. Какие-то миссии. Надо, кстати, второй монитор. Было бы очень удобно, что вот я сворачиваю. Сейчас, например, свернул. Чтобы посмотреть еще, что по записи, как там вообще записывается. Второй монитор, да, нужен вообще. Это на новом компе у меня, поэтому настройки здесь могут сбиться. OBS, микрофон может немного быть другой звук. Поэтому, как бы, сорямба. Куда звук пропал? Мне это опять интересно. Куда ты пропадаешь? Мьюзик, вернись, пожалуйста. Мьюзик, куда же ты ушел?
У, сука. Так, визуали. Да, все, мы настроили, все, заебись, поехали. А, первое, что у нас? Первая миссия джангл. Поехали. Что это такое? Неон. Пам-парам-пам. Что это такое? Вообще не понимаю, что это, блядь, селекта. А, время типа сутки. О, бонус пеймент. А, хуя себе. Не, давай пока на стандартных настройках вообще посмотрим, что мы вообще имеем в данном случае, в данный момент. Погнали. Мы имеем охуенные пиздатые FPS-ы. Не, минус таракандр. Таракандр. Так, 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 смотри, не лагает, сука. Как же приятно, боже, блядь. Ааа, кайф, нахуй, истреблять этих мразей. Под 100 с хуем FPS-ов. Ну, а тут 75. Ха. Так, Max Health. Скилл эффект, это пока не надо. Опыт дает плюс. Это что такое? Разблокирует гранату. Граната будет создавать строение. Что-то в радиусе. Каком-то там. Короче, в каком-то радиусе, как я понял, наносит. Появляется какая-то хуйня, которая наносит в радиусе дэмэдж. Пока давай возьмем опыт Power Armor. Типа, ну, опыт он всегда важен, правильно? Правильно. Блять, как же приятно ебашить такие игры под охуенный FPS. Я могу поставить больше 100, больше 200 я могу поставить, он не будет проседать. Не знаю просто, но нужно ли это, ну типа. Сейчас попробуем, может быть поднимем даже FPS, посмотрим. Я просто Ведьмака играл там на, практически на ультрах, прикинь, больше 100 улетает FPS. С включенным RTX'ом, я его рот ебал. Этими, ну вот этой трассировкой лучей точнее. С включенной трассировкой лучей больше 100 FPS. На Ведьмаке вообще спокойно. Охуенно просто. Просто охуенно. Так, что мы имеем? Один бонус тайм, типа бьёнст снаряд. Как я понял, типа плюс один снаряд будет вылетать. 20 скорость передвижения. Разблокирует UAV, короче, летающий дрон. The UAV can automatical, короче, ищет врагов, атакует их автоматически. 15 мувментов дает а, чё? 15 мувментов иншутинг, типа, типа прибавляет, прибавляет 15% к скорости при движении, понял, хуйня, понятно, залупа. Так, ну берем дрон, наверное, наш дружочек будет тупо. Мне интересно, куда музыка пропадает постоянно. Уже второй раз, это баг, кстати, разработчику на заметочку. Опа, опа, аирдропчик сюда, сюда мой аирдропус. Не понял, блять, что? Куда ты хуяришь? Подожди, ты в свой корабль хуярил или в монстра? Я не понял сейчас. Это был саботаж? Что сейчас было? Опа, опа, новый левел, новый левел. Сюда, сюда, опа, хорош. Так, 50% дамага для моего роботика, 50% дальности, как, ну, рейндж, типа, наверное, рейндж атаки. 10% шанс крита и редус 15, ну, сокращает колдаун, ну, перезарядку на скиллах. Ну, наверное, возьмем дэмэдж. Пусть ебашит наш монстрятина маленький. Пусть ебашит знатно всех вражин. Это наш ручной монстр, который истребляет других монстров, которые нам враждебны. Я надеюсь, меня вообще слышно, потому что... О, нихуя себе, здравствуйте. Его не надо взрывать? Что с ним делать? А что за хуйня? Хуйня взрывается, я не понял. Это типа мина или что это за залупа? А как понять, что это вообще такое? Блять, так, вижен, зачем мне вижен? Мне вижен не надо, я и так все вижу. Спасибо, я и так все вижу, охуенно, без лагов. Наконец-то! Слово лаги для нас недоступно более. Более недоступно, потому что любая игра, хоть Ассасин, блять, новейший, хоть там, блять, Dark Souls, там, кто там идет, последняя вот эта вот часть, которая вышла, которую мы никогда в жизни не могли себе позволить играть, или мы можем себе позволить играть, охуенно, еще сейчас вебка подъедет, вообще пизда-то будет. Кстати, заметь, может, ты заметил, потому что идет 60 FPS запись. В 60 FPS мы теперь снимать будем всегда. Поздравляю тебя, себя, всех поздравляю. Это охуенное достижение, это охуенная дата сегодняшняя. Что у нас сегодня? 18 июля 2223 год. Мувментов мы не берем, Бейонсе берем. Поехали, Бейонсе, тупо будем танцевать как Бейонсе. Ебать нахуй. Подожди, а куда он? Это рикошет, нихуя себе прикол, прикинь. А, Бейонсе рикошет, ёбаный рот. Я и забыл, что это вообще такое. Надо, знаешь, что взять? Радиус подбора сейчас будет. Радиус подбора это охуенно. Так, unlock back watches. Типа задний... Заднепроходный.
Заднепроходный пацан, короче. The back watches может коннектиться ту к главному, короче, орудию и стрелять синхронно. Типа, будешь стрелять назад, как я понял. Будешь стрелять назад. Бля, ну по идее прикольно. Возьмем, давай посмотрим. Ебать, это прям охуенно прям. Это прям в задницу стреляешь. Прям из задницы у тебя вылетает. Нормально, так нормально. Так, изоляцион щилд, ебать. Типа щит какой-то изоляции. Кого-то мы изолируем. Так, какой-то жесткий щит какой-то. А, нет, не щит. А, это опыт нам прислали. Жесткий опыт. Оля, красненький уже подперли. Нихуя себе, взрывается. Бля, ебать ты хуяришь, братишка, конечно. Жозика хуярим. Мне бы радиус подбора, вот прям было бы очень приятно. С большим радиусом подбора такие вещи очень комфортно меня окружают, суки. Что вытворяют? G-пси кристалл, что это за хуйня? 10% G-кристаллов? А, типа... А, подбор, типа опыт быстрее будет, да? Или что это? Непонятно. Watch... Back watches. Back watcher, ну-ка. Бля, давай, может быть, возьмем. Я хуй пойму. А, нихуя себе! Две стороны ебашит. Смотри, охуенно вообще. Какую сторону повернусь, такую ебашит. А, он сам поворачивается, подожди, я вообще не контролирую. Я только, смотри, передвижение контролирую, получается. Overload energy. Ебать, хуярим. Вот это жестко сейчас пошло. Penetrate one more enemy. Простреливать, типа, через одного врага еще. Охуенно тоже, кстати. 20 damage of equipment. 20 дамага снаряжения. У нас снаряжения нет, поэтому идите нахуй. Будем прострел брать. Ебать! Вот это ты, братишка, наваливаешь. Бля, тебя как миниган хуяли в натуре. Тупо пожилой миниганчик. Сюда. Заметь, FPS вообще не проседает. 0 просадок, сука, как же это приятно. Прострелить еще на одного врага. Бля, возьмем, давай двух возьмем, это же охуенно. Пенетрейт. А, типа задница моя простреливает, либо перед. Давай перед простреливает. Пусть передочек будет мощненький такой. Мощны на передок будем. Краслабость на передок — это такое себе, честно говоря. Особенно у женщин. Так, ну-ка, ебать. Опа, сюда. Сюда мой опыт. Так, это что такое? Это миниганчик. Ебать, какое ускорение пошло. Словил ускорение пиздатое. Вау. Просто у вражин не остается шансов никаких. Абсолютно ноль шансов. Тупо шансы умножаются на зеро. Сейчас мы далековато уже от моей тарелки, да, еще убежали. Опа, а что это такое? Подожди, ну-ка. Опа. А что это такое? Сейчас подберем. 50 life rate. Че, блять? 50 типа жизней? Пик. Вот это заебись. Вот то, что я искал. Поднятие кристаллов. 50 рейндж. О, 25 рейндж. Охуенно. Что-то оно не работает нихуя. Смотри, что-то как было мало. Или... Нет, чуть-чуть есть, смотри. Чуть-чуть есть, да, согласен. Че, берем, нет? Бля, хули ты взрываешься, не пойму, блядь. Ебон ты какой-то аирдроп. Ненадежный максимально. Прикиньте, я скидываю аирдроп, он взрывается у тебя, блядь, перед ебалом. Охуеть можно. Спасибо, как говорится, за аирдроп. Спасибо не за что. Так, ну по идее вообще жёстенько наваливаем. Пока что у них шансов никаких нету. О, 0.5 health recovery. О, это вообще классно, кстати. Хотя нас пока еще не коцают, зачем? Unlock vulcan. The vulcan shot the enemy you face. Типа дополнительное какое-то оружие. Давай возьмем оружие, нам дополнительное надо. Какой-то вулкан. А, это спереди какая-то залупка маленькая, да? Да, это спереди, вижу, залупка, смотри, маленькая залупочка. Маленькая такая, приятненькая для меня залупочка. Опа, нахуй полетели. Так, эрдропчик сюда. Сладенький мой. Вкусненький. Поживились, спасибо, вкусненько. Спасибо, поживились. Опа, сюда, сейчас. Принимаю. Блядь, не... Блядь, сейчас сдохну. В реале умираем, надо было брать плюс 0.5 хп. Сука, умираем. 30 G skill range, хуйня. Баквачер. Берем еще одного баквачера. Тупо баклашечку сзади повесил, нормально. Бля, аирдроп исчезает, сука. Подбираем срочно. Аирдропчик, не исчезай, пожалуйста, братушка. Братуха. Я к своей тарелочке, думаю, вернусь, потому что, бля, ну как-то с ней понадежнее себя чувствую. Возле дома своего
возле дома своего. Я спою тебе его. Возле дома твоего, возле дома, возле дома твоего. Или моего в скобочках. По идее, это мой дом, так что идите нахуй все. Это мой, сука, дом. О, вижу, не, зачем я... Давай вижу, возьмем просто... Ай, короче, ух, ебать, крокозя, брат, в натуре, ты ж нихуя себе. Ебать. О, тут еще shift есть, нихуя себе. Shift есть. Я shift не знал, что есть, ёб твою налево. Shift не знал, прикинь. Вот это я сейчас открытие сделал, охуеть. Я... О, сдохла крокозябра, нихуя себе. Что дает? Гиперкор. Так, подожди-ка, это какое-то сильное усиление получается. Камонка, ну... О, подожди, меня вообще слышно? Я, прикинь, ебать, я бы обосрал сейчас на месте в натуре, если бы микрофон был бы отключен. Я бы, блядь, просто нахуй, не знаю, в окно будет, сука, с первого этажа как вылетел. Так, смотри. Increase the quantity of each... Короче, что-то увеличивает каждый equipment на 2. Expecto patronum for the field and prism. Нихуя не понял. Equipment master, типа набор мастера. Увеличивает quantity. Я не понял, что такое quantity. Каждый типа набор на 2. Типа может быть. Ну вот мне кажется легендарно, но больше чем эпик. Ой, блядь, икать. Что-то икать начал, водички попить. Легендарка, мне кажется, она, ну, как бы... Всегда легендарка же лучше, чем эпик, правильно? Или блядь? От игры к игре оно разнится. Легендарка, она выглядит попиже. Типа, она золотая такая, вся блестит, пердит и кукарекает. А вот эта чуть менее такая яркая, она, мне кажется, хуже. Смотри, тут 50 критического, типа, урона и 100%... А, вот 100% критического дэмэджа и 50% крит рейт. Что такое рейтинг? Ну, критикал типа рейд, блядь, типа шанс или что, блядь, я не пойму. Критически что рейд? Рейд, блядь, что может быть? Вот урон есть, бывает критический урон и критический шанс. Что такое рейд, блядь? Хуй пойми, короче. Берем эквипмент, потому что, ну, блядь, оно, сука, оно... Да, вот то, что я делал, оно типа увеличивает 2 раза твои все плюшки, короче. Все, что я брал, всяких ботов, роботов, оно в 2 раза увеличивает. Охуенная штука, согласен. Согласись, и ты согласись, и я согласен. То есть у нас полное идет согласие. Это семейное наше соглашение. Абсолютно полностью друг с другом согласны. Это охуенная штука, реально. Так, смотри, что такое призма. О, ебать, разблокирует призму. Призма увеличивает дэмэдж от ваших пуль через... Проходя через нее. Типа, ну, как я понимаю, перед тобой экран появится какой-то, через него типа пролетает и типа увеличивается дэмэдж. Прикольненько, прикольненько. Ну-ка, unlock граната. Граната... Давай гранату ебанем, просто мне интересно. А, подожди, минус 20 аккуратности. Бля, вот это получше, слушай, гранату пока в пизду. В пизду вашу гранату. Тут, подожди, тут... Подожди, а что такое? А вот тут нажимать можно? А, shift, смотри, right click. Так тут еще скиллы есть, ёбаный рот. 30 минут играем, я до сих пор вообще ни хуй ногой. Ебать, они стреляют. Они стреляют, только сейчас заметил. Опа, заморозочка пошла. Как тебе такой, Илон Маск? Холодочек не хочешь, дядя? Ну, сука. Стреляет оно, блядь, по мне. Мне надо срочно, знаешь, что мне надо? Мне надо хп-реген срочно прям. Бля, вот стрелки это пиздец напряг, конечно. Стрелки, блядь, напрягают. 2 защита. Типа урона будет меньше. 50 дэмэдж. Бля, вот, кстати, дэмэджа не хватает что-то. Дэмэджа что? Давай гранату возьмем, просто она автоматом будет или нет? Просто интересно. О, охуенная штука, она автоматическая. Вау. Кайф, граната одобряю. Грату просто одобряю. И FPS мой одобряю, который, сука, не проседает. Как же приятно, блядь. 75 без просадок, прикинь. Вообще ноль, даже намека нету на просадку. Сука, как же это кайф. И причем на ультрах, прикинь. Причем здесь монстров дохуя и дохуя эффектов, заметь. И вообще ноль, сука, даже на 1 FPS не проседает, прикинь. Это значит, что у нее реальный FPS улетает намного выше. То есть она запас прочности имеет огромный. Ну, если в Ведьмаке, прикинь, на ультрах практически больше 100 FPS со всякими там вашими, блядь, солнечными этими эффектами, там, как они называются, по-замудренному. Прикинь, больше 100, охуеть можно, блядь.
Так, что это такое? Айра Олис. Что за залупа? Блять. Залупа Олис в натуре. Залупа Олис будет летать вокруг вас, типа, и регулярно, с регулярными интервалами. А, типа какой-то защиты вокруг тебя. Бля, прикольно. Ну, давай сначала возьмем атаку, потому что эти твари уже, блядь, ну, они не умирают с одного удара. Это очень плохо. Когда нас окружат, мы заебемся их убивать. Поэтому нужно повышать урон. Сейчас я хочу вообще взять плюс хп реген, потому что, блядь, эти крокозябры ебаные. Ебать, уворотвил царский просто, боже. Эти крокозябры, они, ну, вытворяют со мной всякое, что хотят. Просто что хотят, суки. Давай дефенс возьмем, потому что, блядь, ну, заебали эти дальники, пиздец. Заебал ты, братуха, стрелять, успокойся, пожалуйста. Я тебя заклинаю, реально, успокойся. Опа, нахуй, сюда. Не ожидал, да? Опа, не ожидал. Не ожидал, падла. Так, берем мой, опа, нахуй, сюда, раз. Берем мой законный, законный мой трофей. Хуяндок, сюда, блядь. Сюда мою зарплату за убитых монстряч. Монстрячьи головы убитые. Тупо я как трофеи головы приношу, и мне зарплату платят в виде аирдропов. Опа, нахуй. Так, сюда, есть что-нибудь? На хп, на хп. Весь дэмэдж на плюс 15, охуенно. Весь дэмэдж, абсолютно все. Все, ну абсолютно все мои скиллы. Все, что есть. Так, подожди, варнинг, че? Че обно? Там что-то обно? Ой, блядь, я понял, что это. Я понял, а че предупреждали? На, нахуй. Как тебе такое, сука? Хочешь еще побегать, нет? Ебать, я думал, меня языком хочет зацепить. Ебать, я обосрался. Он меня хотел языком лизнуть тупо. Тупо лизнуть меня хотел собака. То есть 20 вижена. Не, вижена это хуйня полная, мне вижен не нужно абсолютно. Ну зачем мне вижен? Просто вот зачем? Для чего? Вижен ничего не дает, он не дает радиус атаки. Он просто меня увеличивает, уменьшает FPS, потому что больше экран становится. Ну то есть это хуйня полная. Это анти... Вот, где? Блять. Вот это анти-скилл. То есть это анти-скилл. Это скилл на усложнение игры. Его никогда не бери. Увеличение вижена это полная хуйня, бесполезная. Его максимум один раз можно взять, и то по, ну, в редких случаях. Вот смотри, либо два вулкана, либо, бля, плюс два вулкана, по идее, пиздато. Типа это спереди две пушки еще дополнительно. Критический дэмэдж. У меня шанс какой вообще накрыть, я не пойму. Вот это что за китайский? Игра, кстати, сделана, как я понял, китайцам, потому что здесь все на китайском. Ну, как все? Типа многие надписи на китайском до сих пор. Разработчик мне на почте писал, он, ну, писал по-английски, естественно. Ну, кто он на самом деле, я не могу узнать, китаец он или кто, или кореец. Короче, ну, прикольный чел, он мне связался, типа, попросил, ну, на запись поиграть, ключи кинул, и вообще заебись. Давай, короче, 50 рейндж у АВ. Давай 50 рейндж возьмем, вообще похуй. На что-то это вообще влияет, рейндж? Не, а, блин, на, вот, на, нахуй. Вот это я хотел нажать. Заморозочку мою. Так, ну-ка. Фарет, типа скорость атаки. Вот это охуенно, так сразу думаем. Граната одна еще. Насколько она полезна, не знаю. Ну, по идее, бля, прикольно вот эти островки огня. Давай лучше скорость атаки возьмем. Во, заебись, скорость поднялась прям значительно. Прям чувствуется. 30% тебе не укры, мухры. Смотри в правый экран. Блять, в правый экран, долбоёб. В правый угол, говорю, экрана. Там пиздец, сколько киллов налетает. Невероятное количество. Вижен, иди нахуй, пожалуйста. Вижен, отъебись. Вижен, пожалуйста, отъебись. Можешь себя спрятать вообще? Бля, давай возьмем скорость. Еще скорость, ебать, хорош. Так есть насчет лагать, ебать. Ебать, я охуеть сейчас насчет лагать. Ну, кстати, это будет не грех, если я сейчас насчет подлагивать. Ну, то есть FPS будет чуть-чуть уменьшаться. Это будет не так страшно, потому что монстров реально много на экране. Графика стоит на ультрах. И, типа, достаточно дохуя эффектов. Я сейчас не удивлюсь, если чуть-чуть FPS упадет. Ну, там, на 1, на 2. Но я думаю, что такого не будет. Потому что видеокарта, ну, реально очень мощная. Очень мощная, давно ее хотел купить. Ну, люди, кто давно подписан, знают, что я давно хотел купить мощную видеокарту, и наконец-то это сбылось. Это, блядь, просто праздник какой-то. Это просто ебаный праздник. 40 урона, я думаю, дэмэдж берем или макс хелс. Бля, я хуй знает, конечно. Скилл рейдж. Давай скилл рейдж возьмем, ну-ка. Будет ли гореть больше? Походу, это не радиус горения, а радиус кидания. Типа, как далеко я ее могу кинуть.
Это полная хуйня, если это так. Это реально полная хуйня, братишка. Бля, ебать, я хуярю их жёстенько прям. Блять. Что за хуйня? Ну-ка еще одного дрона или... Не, фаер... Давай 60 фаер-рейдов. Охуенно будет. Со спины, то есть вообще хуй полетут. Правильно понимаю? Со спины хуй полетут, пацаны. Я могу, в принципе, просто встать и тупо лутать с них опыт. Хотя лутать я ничего не буду, потому что они вздыхают очень далеко от меня. Мне поэтому надо будет подходить вот так вот поближе, чтобы собирать опыт. Поэтому я говорю, что очень важно это дальность подбора опыта. Потому что ты сможешь с ней просто встать и нихуя не делать. Вот это, пикап рейндж, охуенная штука. Сразу берем, сразу берем. Чем больше радиус, тем быстрее я буду прокачиваться. Ебать уж, 2800 убил, смотри, правый угол, верхний. Верхний правый угол, внимание, внимание. Внимание, 2800, сука, 2900. Охуеть. Пиздец, я накилял уже, блядь, просто монстр, сука. Просто монстр. 10% экспы. Критикал. Дефенс, дефенс берем, потому что эти твари, сука, прям уже душат. Уже душат, уже прям сели мне на лицо. Просто все стулья в доме убрал, сели мне просто на лицо. Ну-ка, так и... Ой, бай. Свернул, сорян, свернул. О, это эвакуация, мы прошли. Мы прошли. Подожди, экстра буллет. Минус 20 аккурасти. Па-па-па-па, ничего не понятно, ничего не понятно. Два экстра буллет. Экстра булка тупо. Ну-ка соберем, просто соберем весь опыт, мне вообще похуй. Собираю опыт, мне вообще поебать, чисто. Он, интересно, улетит? Нет, я надеюсь, не улетит. А, может еще вот так, смотри, может было без автоматически, может просто было нажать, смотри. Еще можно правую кнопку нажать, так, хуяндок, и все заморозил вокруг, охуенно. Просто кайф. Можно просто зажать левую кнопку, и так, хопа, еще. Это shift был. На левую кнопку просто он автоматом стреляет вокруг, то есть со всех пушек ебашит знатно. Кстати, не со всех пушек, когда летающие дроны не стреляют, потому что, ну, ты видишь, да, они стреляют. Они только на монстров агрятся. Все, мы, получается, корабль наш прилетел, мы эвакуируемся с этой помойки. Весь опыт собрался, охуенно, mission complete, о май гад. С таким FPS-ом грех mission не комплитнуть. Просто грех будет. Бля, какой же кайф невероятный. После того, как у меня было максимум 50 там, FPS в каких-то играх на запись. Даже не 50, 40 FPS было на запись. В Mass Effect вообще было 30 FPS максимум, прикинь. На низких настройках было 30 FPS. В Mass Effect мы кое-как играли. Вот первое мое видео, посмотри на канале. Прохождение, там 30 FPS было, дай бог. С горе пополам, блядь, 30 FPS там идет на самых низких настройках. Тут идет 75 на ультрах, причем огромное количество монстров, огромное количество спецэффектов, то есть вообще пиздец. И, сука, ни одного кадра не потеряно, ебануться. Причем еще и запись идет на 60 FPS. Ну, и в том же разрешении, причем я увеличил битрейт до, ну, до хуя я прибавил так нормально, на несколько тысяч битов я прибавил. Сейчас посмотрю, насколько будет хорошо. Если будет не доставать, я могу еще прибавить спокойно. Еще пару тысяч накинуть без проблем. Поэтому вернемся на базу. Так, ну как тебе, в принципе, игра? Мне понравилось, будем еще играть. Мишин появились, что? Что делать? То, что нет русского, это, конечно, бля, потеря-потерь, братишка. Ну, разработчик, надеюсь, добавит Russian language. Please give us Russian language. Developer, как это сказать, developer, please give us Russian language. Вот, так ему скажем, разработчику. Надеюсь, он добавит русский язык. Мы как Englishman ему сообщение оставили, правильно, правильно. Напиши и ты свое сообщение в комментарии, как тебе игра. Мне, в принципе, понравилась, пиздатая. Особенно мне понравился FPS, который не падает. Это просто, сука, это просто не описать словами, как это кайф. Какой-то кайф получать удовольствие от игры с охуенным FPS-ом. И мы будем все вместе получать удовольствие, когда будем играть в Ведьмака и прочие охуенные игры на этом канале. Скоро будет Apex Legends. Я ее уже скачал, сука. 75 гигов этот тварь весит. Прикинь, 75 гигов я качал. Я его рот ебал. Охуеть не встать, короче. Вот. Подписывайся на канал. Ссылка будет на плейлист в описании под видео, я говорю, да? Подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк, не забудь поставить колокольчик на все уведомления, не забудь подписаться на Boosty, ссылка тоже в описании, там реакции на аниме выходят, там вышла уже первая серия аниме «Магическая битва» второго сезона, который вот-вот только недавно вышел, там охуенно рассказывают про историю Годжа.
сильнейшего мага на планете. Просто охуенно, советую всем к просмотру. Переходим, подписываемся и смотрим. Там есть и бесплатные, и платные видео. Кто хочет поддержать, можешь платные смотреть. Поэтому вот. Напиши еще раз, как тебе игра и как тебе вообще в целом новый формат видео. Вебка обязательно будет, конечно же, когда она приедет. Она в течение недели где-то приедет, плюс-минус, хуй знает. Ну, то есть до 22 числа она точно будет. До Ведьмака, по-любому будет. Вот, все, всем, как говорится, всем удачи, всем до скорой встречи в следующих видео. Все, всем пока.